Турция приходит в себя после попытки военного переворота. Власти восстановили контроль на всей территории страны. Оставшиеся несколько групп мятежников не представляют угрозы. Жители крупных городов ночью вышли на улицы, чтобы не допустить еще одной попытки госпереворота. Напомню, группа турецких офицеров попыталась устроить путч в ночное время в субботу. Восстание было подавлено, погибли 265 человек, в том числе 104 мятежника, более 1400 раненых. Информация о пострадавших в Турции гражданах Беларуси не поступала, сообщили в МИД. Ситуацию продолжают отслеживать наши посольства в Турции и генконсульство в Стамбуле.